Ну здорово. Молодцы. 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 А, вот художник Шин. Володя. Он художник? А, Володя Шин это чемпион мира. Это Шин это художник. А, другой. Другой, Николай я Шин. Того Шина знаю. Николай Шин это, да. Это... Он же был этим директором культурного центра. Нет, не, это самое, Николай Шин не был, а вот Владимир Шин был. А вот тот. А, этот, а это Валерий Николаевич, я с ним позавчера был на конференции. Это зампредседатель комитета по внешней по международным связям при правительстве. А это известный актер узбекский ваш, да. Артист, вы понятно? Молодцы, молодцы просто. Где-то есть. Их прочитать и потом мы будем. Я вам дам еще пару книг. Хорошо. Сейчас. Владимир Иванович, смотрите. В библиотеку вот туда. Хорошо, договорились. Смотрите, спасибо. Или как? Давай. Держите за книгу. Значит, профессор Меркубанов диктует писателю Владимиру Ивановичу Киму, как правильно написать дарственную. Привычка педагога все время. Не говорите, из меня точно так же прет. Да, вечное менторство. Вечное менторство. Это, конечно, наш кореец. Ну, Анатолия Андреевича пригласим, пока он жив, еще и здоров, и хочет приехать. Вот, персики поесть. Ну, а это будем искать спонсоров. Ну что, конечно, это же что вы делаете?